Деньги. Степа, Степонька, Степа, любопытный Даша, Маша, Машенька, да, привет, скажи, привет. Вот они мои цепушечки, вот наша осень, черепушечки-цепушечки. Цыпи, ой, какие они у нас тут птички. И не дают гладиться, не дают. Ах, они не дают мне гладиться, не дают. Вот у нас так вот. Вот они, цыпи-пипи. Цыпи-пипи, которых летом разводили. Там еще теплицы маленькие. Степонька, Степа. Степуля. Маша. Даша, вон, вот они полетели. Пойдем полетим. Как расправят крылья. Как... Ой-ой-ой, кури сгоняет. Нет, дык. Это еще что такое? Вот и что? Живности хватает, одним словом. Все, вот такие у нас сняла, вот так. Ну, сейчас осень, еще убираться здесь надо. Вон, грядки делали. Вот. Осень. Тегочки. Тегоньки. Вот, грядочки посадили на следующую. Это самую весну морковочка, чесночок зимний. В этом году весь чеснок посадила без чеснока. Мало посадили. Думали, нам хватит. Вот петрушка еще торчит здесь. Ну, и там вот так вот огород. Вон. Пипи-пипи бегают по огороду. И вот так. А это что у нас тут там? Тут закрыта тепличка-то. Там курочки маленькие, курица с цепушками еще там. Ну вот осень у нас. Цветов уже нет. Такие наши сараечки. Такие наши вон горы. Вот такие вот. Теги. Ой, теги. Побежали. А мы их любим. Ой. Ну, так все.